Ваш паспорт. Меня не существует. Интересно, узнаешь ли ты меня? Я не смогу выехать в Палестину. Я не еврейка. Еще какая? Хочешь ты этого или нет? Тебя хотели убить именно потому, что ты еврейка. Я ищу Джонни. Он здесь работает. Где же девочки? Нам их не хватает? Мы можем хорошо заработать. Вы похожи на одну женщину. На кого? На мою жену. Может, она еще жива? Она мертва. Они хотят видеть Нелли, а не жертву лагерей. Над этим мы и поработаем. Ты была у него? Да. Вы были здесь в день, когда арестовали Нелли. Кто это сказал? Ну вот и все. Я вернулась. Потом он вцепится в твои деньги. Он все еще любит ее.